Ромео под любым названием был бы тем верхом совершенств, какой он есть. Алена! Алена, ты девушка, и тебе замуж пора. А ты целыми днями книги читаешь. Ольга Петровна, а можно завтра? А тебе не кажется, что у нас проблемы? Это не ты от меня уходишь! Это я от тебя ухожу! Тебе ясно? Представляешь, я себе платье нашла. Да ты ж, придурок, очки надень! Это кто? Это не я. У вашей дочери и у вашей жены диссоциативная фуга. У нее стала очень странная походка, она ходит вот как-то так. Все твое. Ты хоть что-нибудь помнишь? И про мужа ничего не помнишь? Ты чего? Я вас боюсь. Ага. Не думаете же вы, в самом деле, что она с кем-то поменялась телами? Вы мне не верите? Почему не верю? Верю. Мы с тобой поменялись телами. Как это вышло, я тебе потом расскажу. Не уйдете! Куда? Полиция! Стоп! Стоп! Мама! Это я! Так отпад, слушай, это ж классно! Вы что? Что вообще происходит? Кто вы? Это очень интересный случай. 3. Вы спите. Она стала такой, о которой я всю жизнь мечтал.